промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии. Наши заводы выпускают хорошо себя зарекомендовавшие Су-35 и Су-57 комсомольские заводы. Президент похвалил эти машины. Делаем и корветы, и малые ракетные корабли для ТОФа Тихоокеанского флота. Ну и малая легкая промышленность. Вот на примере ростовского завода, хочу о нас сказать, освоила выпуск армейских утепленных палаток. Уже мы 1000 поставили в войска, большие, теплые. 10 000 спальных мешков сразу. С начала мобилизации мы начали передавать в войска теплую обувь, нательное белье. Все, что из вещевого удовольствия нужно нашим ребятам сегодня в холода. Ну и в целом, с первых дней спецоперации люди объединились вокруг президента Владимира Владимировича Путина. Это фиксируют социологи. 80+.